Майкл Фарадей родился в предместье Лондона 22 сентября 1791 года в семье кузнеца. 13-летний Майкл работает рассыльным, переплетчиком, продавцом в книжном магазине. Окруженный книгами, юный Фарадей быстро полюбил читать, отдавая предпочтение учебникам по электричеству и химии. В качестве индивидуальной образовательной программы, помимо чтения книг, Майкл избирает посещение городского философского общества. В течение приблизительно 2 лет он регулярно посещает там вечерние лекции по физике и астрономии. Однажды юному Фарадею подарили билет на серию популярных лекций знаменитого химика и физика, первооткрывателя многих химических элементов Хэмфри Дэви, которые тот читал в Королевском институте. Майкл подошел к посещению лекции оригинально. Все выслушанное им с предельным интересом и внимательностью он старательно законспектировал, а затем переплел и отослал по почте автору вместе с письмом, где просил взять его, Фарадея, на работу в Королевский институт. Спустя несколько месяцев профессор Дэви пригласил 22-летнего Фарадея на место лаборанта химической лаборатории Королевского института. Через некоторое время ему предоставляется еще одна счастливая возможность приобрести ценный опыт и знания. Профессор приглашает своего лаборанта сопровождать его в качестве секретаря в 2-летнем путешествии по научным центрам Европы. Встреча с Ампером, Люсаком, Вольтой оставляет неизгладимый след в душе молодого ученого. Академичность Фарадея – результат его веры, в которой он был наставлен с самого детства. Он подчеркивает, книга природы, которую мы должны читать, написана перстом Божьим. В 25 лет ученый публикует свою первую научную работу, посвященную химическому анализу известняка. А 4 года спустя, в 1820 году, проведя множество экспериментов со сплавами железа и никеля, Фарадей открывает секрет нержавеющей стали. В 1824 году Фарадей открывает бензол, одним из первых получает в жидком состоянии хлор, сероводород, диоксид углерода, аммиак, этилен. Фарадей мечтал превратить магнетизм в электричество. Годы поисков приводят в итоге к открытию 29 августа 1831 года электромагнитной индукции – явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. Вслед за электромагнитной индукцией буквально год спустя, движимый верой в единство всех сил в природе, включая химические и электрические, Фарадей открывает законы электролиза – процесса выделения веществ из раствора при прохождении через него электрического тока. Всю свою жизнь Фарадей был человеком, в равной мере демонстрировавшим свои христианские убеждения и свой христианский характер. Он говорил: «Мы должны превыше всего в мире ценить привилегии знать истину Божию. Чем яснее нам является совершенство закона Божьего, исполненного во Христе, тем больше мы должны благодарить Бога за его удивительный дар». Долгие годы ученый совмещает науку и преподавание со служением старейшины небольшой христианской общины, прихожане которой любят его проповеди и ценят его за добрый нрав. Майкл Фарадей умер 25 августа 1867 года за письменным столом. Среди его записей было найдено размышление о том, с каким настроением следует заканчивать свой жизненный путь. И хотя мысль о смерти напоминает о суде, который гораздо страшнее любого наказания за нарушение законов этого мира, смерть также напоминает христианину о том, кто умер, был судим и воскрес, чтобы оправдать верующих в него. В память об ученом были названы единицы измерения электрической емкости – фарад, лунный кратер, астероид и открытые им законы – электролиза и электромагнитной индукции.